Снова здравствуйте, господа! Я по-прежнему Лего Стайл. Давненько на канале не было обзоров на Биониклов. Я решил это исправить. Представляю вам свой обзор на 6 Ваки. Нурок, Задок, Кирок, Ворзок, Рорзок, Бордок. Коробка, наверное, вам всем знакома с детства. Наверху название серии, в левом нижнем углу артикул и возраст, чуть подле имя персонажа, в правом верхнем углу название подсерии, сзади информация о наборе. Главной проблемой наборов была схожесть в плохом смысле этого слова. У Тоа Метру, например, отличались маски и оружие. У Ваки с этим дела обстоят еще хуже. Они отличаются только формой оружия и цветом. Именно поэтому каждый набор не индивидуален, и снимать 6 обзоров ради этого было бы нерационально. Кто же такие Ваки? Это не Тоа, не Моторны, не Тураги и даже не Рахи. Они роботы, в отличие от других многих биомеханических существ Вселенной. Ваки – механические стражи порядка, использовавшиеся в Метро Нуи. Ваки выпускались в виде 6 основных моделей, по одной для использования в каждом метро, и обычно работали в составе патрульных отрядов из 6-8 роботов. Функции рассмотрим на бордеке. Известно, что предками Ваки были ракши. Проявилось это благодаря механизму. По сути, его принцип мало изменился. Крутишь за шестерню, и тело вращается туда-сюда. Но в отличие от сыновей Макут, стражи порядка могли стрелять дисками из своих пастей. Функция реализуется очень просто, путем надавливания на серебристые детали челюстей. Ваки могут действовать в одной из двух способных к взаимным превращениям форм – двуногой, в которой они стоят вертикально, и четвероногой, в которой они используют свое оружие в качестве дополнительной пары опорных конечностей. В четвероногой форме Ваки способны к полету. Действительно, и полет у Ракши и Ваки сходится. Оба вида могут летать, и это показано компанией Лего в самих наборах. Интересные детали. Головы. Выглядит прозрачная часть очень красиво и придает интересную форму. Новая деталь, образующая спину и пол грудины. А также, в зависимости от формы, вторую пару лап или же оружие. Больше всего оно мне нравится у Нурока и Ворзока. Подведем некоторые итоги. Первое. Ваки выглядят эффектно, особенно вместе, вшестером. Второе. Интересные функции. Возможность выстреливания изо рта, особенно если знать канон и понимать, что эти диски могут браться из хранилища путем телепортации их в пасть самим роботом. Третье. Вторая форма персонажа, позволяющая разнообразить игру. Четвертое. Отсутствие отличий между наборами. Вот тут проблема не одного набора, а всех 6 в целом. Что я могу советовать? Такие наборы стоит покупать либо сразу все, либо 3-4 штучки. Поверьте, на полке круче они будут смотреться вместе, а не по отдельности. Адекватную цену за один канистровый набор вы и так знаете. Но я напомню, если что, оптимальная цена 500 рублей. На этом все. Если понравилось, можете подписаться и поставить лайк. С вами был Лего Стайл. Удачи в учебе, побольше крутых наборов Лего и всем пока!